Доброе утро! Мы находимся в Лас-Вегасе. Мой мотик. У меня, кстати, вчера украли чашку. Представляете, мою металлическую для чая. Мы ходили вчера в такой небольшой клубешник, и вот у меня украли. Это вот так мои вещи. Это такая комната, здесь я сплю. И я сейчас занимаюсь готовкой кушать. Я приготовил вот такие котлетки. Нарезаем лук. Сейчас будем делать рис с овощами. И уже все. Мои котлетки закончились, котлетки чистого фарша. Сегодня приходит наконец-то мне колесо. И я сегодня буду менять масло на мотоцикле, еще не знаю где, как и колесо бортировать. Надо найти подешевле. Так что сейчас кушаю, поеду еще поработаю. Вчера заработал где-то $50-60 без чилы. И опять продолжу работать. Немножко у меня виляет колесо заднее, но я думаю, что потому что корд уже не очень в хорошем состоянии. Так что будем искать новых приключений. И завтра постараюсь поехать на Гранд Каньон. Рис по-тайски. И какая-то игрушка непонятная. Закачивайся аудиокниги. Красота какая. Comedy Club, чай, немножко тортика. Я в новом моле, вон все красное. Конечно, очень неудобно еще припарковаться, еще найди место. Сегодня заносил вон в Apple Store. Здесь все так красиво, все круто. А я работаю, мой первый заказ. Что-то работа не очень сильно валит. И очень много надо ходить. Конечно, это неприятно. Продолжаю работать Postmate. Сейчас я только что привез доставку. Вот таких ништячков набрал я в кафешке. И уже даже по наглому пошел, зашел с чашкой и взял себе Dr. Pepper. Это как бы напиток, я думаю, у нас тоже продается. Еду дальше работать, работа есть, это круто. Надо немножко менять, конечно, свой лексикон, а то все круто, вау, многие жалуются. Будем что-нибудь улучшать. Не, здоровски работать на Postmate. Мне еще в одном кафешке вот дали стакан, сказали, набирай воды. Какие-то сладости все. И салатики. Всегда можно поесть. Так что нормально, нормально здесь. Попробуем в Калифорнии. Я думаю, что там будут побольше. И выгоднее будет платить. Теперь в салоне Ford. Мы попили немножко кофе. Здесь вот такие тачки. Большой салон. Я жду нового заказа. Так что буду релаксировать. О, Porsche. Сейчас пойдем туда. Иду выполнять заказ Postmate. И огромный молл. И мне надо еще найти где-то это кафе. Вот это, конечно, неприятная вещь. Можно проходить минут 20-30. Та-дам! Мое новое колесико. Сейчас пойду на шиномонтаж. Шастаю сейчас по помойкам, ищу бутылку, чтобы поменять масло. Какая-нибудь нужна тара. Вот здесь фильтры есть, лежат. Вот я думаю, что где-нибудь здесь я и поменяю. Маслице, колесо уже есть, так что сейчас главное найти бутылку, чтобы сделать типа место, куда слиться. Все. Вот канистра найдена. Сейчас вырежу здесь дырочку. Заделаю только дырку сверху полиэтиленом. Видите, кольцо есть, им воспользуюсь. И все, и у меня получается будет канистра. Сделаю такую лежачую, чтобы принять масло. Новое колесико, новое масло. Опять настроения никакого нет. Меня что-то угнетает этот Лас-Вегас. Завтра еду дальше. В таких полевых условиях я меняю свое масло. Уже открутил фильтр, сейчас новый. Масло почти стекло. Подожду сейчас пару минут. Ну и все, и по-быстренькому свалю отсюда. Колесо что-то, одни сказали 15, я им говорю, дайте домкрат.
где купил. У меня что-то типа, блин, нету механика. Такие же вот все-таки евреи. А другие сказали 20. 10 снять, 10 поставить. Так что поеду сейчас, я нашел одну шиномонтажку, которая за 15. Заливаем маслица фильтр, чтобы двигателю было легче протискнуть, будет новое масло. И вот такое место засовываем наш фильтр. Видите, масло еще капает, но это как бы не критично. Хоть на самом деле я сейчас меняю на другое масло. Купил я Valvoline за 4 доллара за бутылку. Вообще отличная цена. Valvoline, кстати, хорошее масло. Масло поменялось. Сейчас только перелью в бутылки, чтобы не разливать. Смотрите, какое колесико. А вот то, что у меня. У меня аж булка вылезла здесь. У меня и так подпрыгивал мотоцикл. Так что сейчас новое колесо. И огонь, огонь будет. Приятнее сразу становится. Все, спустило, представляете? Только что. Сейчас такой свист был, и колесо готово. Стерлось. Офигеть, сейчас буду договариваться с чуваками. Вот так раскорачивал мой мотоцикл. Руки грязнющие. Даже я принял заказ постмейд. Ну пусть ждут, может подождут. Жидкость все-таки меня немножко дисбалансировала, которая была залита. Колесо почти уже поменяли. И все, сейчас поднакачаю, поставлю, поеду работать. А, красота. Все посмотрел, колодочки тип-топ. Так, все поднатянул, все сделал. Это колесо сейчас найти, мусорку выкинуть, опять нарушить. Ну и все, и уже принял заказ постмейд. Ну что, ребята, избавился я от колеса. Все такое грязненькое, руки вообще черные, ногти. Надо делать маникюр. У меня сейчас небольшой обед. Мой хост угостил много всякой вкусной едой. И вообще я у него питаюсь бесплатно, это, конечно, круто. Вот. Он мне даже предложил свою квартиру, комнату, точнее, вот эту, где я живу, снять ее за $250 с питанием и работать здесь. Но Лас-Вегас, честно, мне не очень нравится, это первое. Второе, здесь какой-то хреновый интернет везде. И третье, что просто, блин, вот опять стало, а интернет говно. Это говорит о том, что нифига иногда не ловятся заказы. Вот они пикают, но я только включаю, уже заказа нет. Это минус, конечно. Я так заказа 3-4 уже потерял. Так что еду завтра дальше. Как я говорил, когда работаешь в постмейд, голодными местами, то есть орешки. Есть такая интересная кафешка, где вот ты можешь набрать сам орех. Здесь картошка лежит у них. А здесь они делают гамбургер. Тут, как обычно, можешь набирать, какого угодно пить. И я немножко решил.